Минутка из жизни. В путешествиях, конечно, для многодетной семьи самое дорогое – это еда. Еда. Да, вот мы сейчас путешествуем. У нас маленький дневной всего лишь маршрут. И у нас 10 человек шло. Все захотели кушать под конец путешествия. Вот у нас Кирочка, Кариночка. А ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И вот мы пообедать. Ну, подождите, заехали по дороге. Конечно, 10 человек всегда просто так куда-то по путешествию требуют затрат. Это не только приятного отдыха, но это еще побольше бы денег на приятный отдых, правда? Для этого родители работают.